На территории Белореченского района 14 и 15 сентября пройдет экологическая акция «Генеральная уборка страны». Администрация муниципального образования призывает жителей города и сельских поселений принять активное участие в этой акции, навести санитарный порядок в парках, скверах, на придомовых территориях. Каждому из нас по силам убрать мусор, скосить траву, высадить саженцы деревьев и кустарников, позаботиться о цветах на клумбах.